32-летняя Софья Каштанова разоткровенничалась о неудачах в личной жизни. Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Психологини с горечью» рассказала о романе с мужчиной-предателем. Актриса поделилась мнением о любовных отношениях. Она призналась, что начала ценить себя только в 27-летнем возрасте, перестала бояться, стесняться и суетиться. Софья считает, что успешный союз мужчины и женщины состоит в совместном решении идти по жизни вместе. Она уверена, что в семье должны отсутствовать хамство и агрессия, а общие увлечения пойдут на пользу. Каштанова призналась, что в ее жизни был опыт общения с женатым мужчиной. Софья с грустью вспоминает, как поневоле стала соучастницей обмана. За ней начал ухаживать молодой человек, который скрывал свой статус. Она не подозревала, что у возлюбленного была супруга, которая только недавно подарила ему наследника. «Я понятия не имела, что он состоит в браке, для меня он всегда был свободен», — заверила актриса. Правда открылась внезапно. Однажды Софья забыла в машине бойфренда какую-то вещь и попросила передать ее. Когда мужчина подъехал на авто, Каштанову ждал крайне неприятный сюрприз. Он открывает окно, и я вижу на руке обручальное кольцо, которого не было еще полчаса назад. Я спрашиваю, ты что, женат? Он растерялся, говорит, ну да. Сколько лет твоему ребенку? 2 месяца.